Итак, король Артур собственной персоны, Артур Абрахам или Аветик Абрамян, уроженец Еревана, чемпион мира в среднем весе по версии IBF. Да, для его представления Зауэрланд Эвент ангажировал даже такую известную популярную группу, как Скорпионс. Но на что только не пойдешь, чтобы как можно помпезнее и шикарнее представить своего главного героя, свое главное достояние. Итак, Артур Абрахам против Уэйна Элкока. На кону чемпионский пояс по версии IBF. И по традиции перед началом поединка звучат гимны стран, которые представляют боксеры. Только что прозвучал гимн Соединенного Королевства Великобритании, ну и гимн Германии на очереди. Понятное дело, что в этом поединке фаворитом является Артур Абрахам. Именно за него будет болеть публика, которая находится на трибунах Сент-Якобс-Халла. Именно здесь установлен ринг в швейцарском городе Базеле. Что касается Уэйна Элкока, то британский боксер впервые выступает за пределами Великобритании. IBF, vertreten durch ihren Delegierten Lindsay Tucker aus Trenton, New Jersey, USA. Und hier sind die drei Punktrichter. Сейчас анонс этого поединка представляет судьи. Ну, еще раз возвращаюсь к оценкам специалистов. Многие, большинство, во всяком случае, уверяют, что сегодня у Артура Абрахама не должно быть больших проблем, что это очередной мешок, которого побьет быстро. Артур Абрахам, мы не будем торопить события. Я думаю, что Уэйн Элкок тоже довольно-таки крепкий орешек, даже для Артура Абрахама. Даже несмотря на то, что в среднем весе, по оценкам экспертов, Артур Абрахам в мировом боксе обладает самым сильным ударом. Проводились такие замеры. У Артура Абрахама действительно сумасшедшие силы удар. Уэйн Келли, американский рефери, сегодня работает в ринге. И сейчас идет представление Уэйна Элкока. 33 года этому британскому боксеру. Вес 72 килограмма 100 граммов. Рост 1,77 м. Дебют на профессиональном ринге 1999 год. 20 боев провел, 18 побед одержал, 8 из них нокаутами. Итак, в статусе официального претендента на титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF сегодня у нас 33-летний уроженец Бирмингема, британский боксер Уэйн Элкок. Это его болельщик. Итак, Артур Абрахам на ваших экранах, уважаемые любители бокса, все те, кто, несмотря на столь поздний час, остается вместе с каналом Viasat Sport. 27 лет Аветику Абрамяну.
Вес 72,5 килограмма, рост 1,78 м. На профессиональном ринге уже 4 года. 24 боя провел, одержал 24 победы, из них 19 нокаутами. Король Артур. Артур Абрахам. Aus Berlin der unbesiegte Weltmeister, the reigning, defending, undefeated middleweight champion of the world, der König, King Arthur Abraham. Король Артур Абрахам. Кстати, в свое время любители бокса со стажем, конечно же, помнят, королем Артуром называли одного из самых первых боксеров из бывшего Советского Союза, которые перебрались в Германию. Речь идет об Артуре Григоряне. И вообще, армянская школа бокса подарила мировому спорту очень много известных имен и ярких личностей, таких как Израилян, Казарян, Аветисян, Акоп Хакян, Хачатрян. Разумеется, все помнят Владимира Янгибаряна. Очень много достойных сынов выросли в Армении и стали блестящими боксерами. И вот продолжателями этих традиций сегодня являются и Харен Геворкян, и Артур Абрахам. Человек, который еще в 1995 году перебрался на постоянное место жительства в Германию. Потом он уезжал вместе с семьей в Армению. Возвратился он в 2004 году в Берлин. И с тех времен он постоянно находится в Германии, здесь проживает, тренируется, сдал успешно экзамен и получил немецкий паспорт. Сейчас у Артура Абрахама двойное гражданство. Итак, первый раунд 12-раундового поединка. Артур Абрахам сегодня боксирует в белых трусах, и против него в голубых трусах британский боксер Уэйн Элкок, претендент на звание чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Посмотрим, что предложит сегодня нам Уэйн Элкок. И прежде всего предложит он Артуру Абрахаму. Сегодня больше все-таки мотивации у Уэйна Элкока, который никогда за свою карьеру так близко не подбирался к столь значимому титулу в профессиональном боксе. И вот такой шанс ему здесь, в швейцарском Базеле, предоставился. Сможет ли он его использовать, это большой вопрос, но нам ждать остается совсем недолго. Буквально, ну, может быть, полчаса, может быть, даже раньше. Посмотрим, как будет вести этот поединок Артур Абрахам. Ну, на Кутюр Абрахам, все это прекрасно знают. Но еще раз возвращаясь к теме его выступления возможного в Соединенных Штатах Америки, Джерман Тейлор, тот же Миранда или Келли Павлик, разумеется, истинные поклонники бокса ждут не дождутся, когда же король Артур объявится в новом свете. Пока что Вилфрид Зауэрланд не спешит отправлять в дальнюю поездку Артура Абрахама, но все мы прекрасно знаем, что настоящие чемпионы боксируют и одерживают победы на территории Соединенных Штатов Америки. Кстати, сегодня ночью в Лас-Вегасе будет проходить, вот, наверное, в это время уже проходит еще один знаменательный поединок, в котором принимают участие такие известные боксеры, как Майвезер младший и Рикки Хактон. Ну, об этом поединке вы узнаете уже завтра утром из выпусков новостных лент, из газет, из интернета. Пока что все внимание у нас на ринг Сент-Якобс-Халла, где свое звание чемпиона мира в шестой раз уже защищает Артур Абрахам. А можно делать ставки, как долго продержится сегодня в ринге Уэйн Элкок. Все 12 раундов возможно, этого исключать ни в коем случае нельзя. Но возможно сегодня Артур Абрахам и одержит очередную досрочную победу. Такой вариант тоже вполне возможен. Идут последние секунды первого раунда. Первый раунд протекает в такой разведке. Во всяком случае, поактивнее смотрится Уэйн Элкок, пытается как-то расшевелить, расшатать Артура Абрахама, но тут неприступен Абрахам как скала, ему подобраться не так-то плохо. Очень хорошо защищается Артур Абрахам, это один из его коньков. Итак, первый раунд завершен. Такая легкая разминка. Ули Вегнер, наставник Артура Абрахама. Артур,
Das ist doch zu viel. Mein, du kannst ja sparsam boxen, aber ihre Aktion musst du schon machen. Hast du verstanden? Ah, du komm. Ja, dann musst du machen, warum machst du es nicht? Ja, aber du musst so in der Aktion wie eine starten, Junge. Dass du, wenn du es hast. Amen. Amen. Так, перерыв завершен, и можно продолжать поединок. Артур Абрахам, Германия против британца Уэйна Элкока. Второй раунд титулового поединка здесь, в швейцарском городе Базель. Ну, мы вправе ожидать более активных действий, прежде всего со стороны Артура Абрахама. Внимательно, предельно внимательно Уэй Элкок. Серия ударов, правда, в основном все не приходят в перчатки. Неплохо защищается Артур Абрахам. И по традиции именно он идет вперед, а соперник вынужден пятиться назад, отступать. Все удары в перчатки. Для Артура Абрахама они не представляют реальной угрозы. Выкидывают левую руку Абрахам. Пока что практически без ударов обходится чемпион мира. Здесь только попытался в ближнем бою продемонстрировать пару ударов. Вроде бы как удалось. Уэйн Элкок напряжен. Словно на иголках танцует британец на ринге. Неплохо двигается. 33-летний Уэйн Элкок, он на 6 лет старше Артура Абрахама. Потом провел боев меньше, на 4. Но главное для Артура Абрахама не переоценить свои силы. И недооценка соперника тоже, с другой стороны, может дорого обойтись. Но я думаю, что Артур Абрахам подошел к этому поединку во всеоружии. И он прекрасно представляет, отдает себе отчет, с кем он сегодня имеет дело. И вот уже Уэйн Элкок оказался на настиле ринга. Как-то так буднично, спокойно, дежурно. И в середине второго раунда рефери в ринге вынужден открыть счет. Каким-то таким незаметным, скрытым ударом Артур Абрахам отправил в нокдаун британского боксера. Вот вам и Артур Абрахам. Стоял, 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 взял да ударил. Да еще как. Ну, на повторе нам обязательно покажут еще раз этот момент. Что же произошло на самом деле на исходе второй минуты второго раунда. Но завязка этого боя вполне интригующая. Хотя многие специалисты в своих прогнозах уверяли, что победит Артур Абрахам. Причем победа будет досрочной, техническим нокаутом или просто нокаутом. Ну, судя по всему, пока что их прогнозы оправдываются. Во втором раунде Уэйн Элкок уже побывал в нокдауне. Последние секунды второго раунда. Так, второй раунд завершен. Второй раунд, который остался за Артуром Абрахамом. Смотрим на повторе, что же произошло. Правый боковой в голову, и Уэйн Элкок отправляется в нокдаун. Да, действительно, очень четко и грамотно действовал Артур Абрахам. Молодец. А вот у Уэйна Элкока есть время хорошо подумать над своим поведением, над своим стилем. Надо что-то предпринимать. И быть, конечно же, более внимательным, потому что любая секунда промедления или невнимательности может дорого обойтись претенденту. Сегодня именно Уэйн Элкок выступает в статусе официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Шанс, который предоставляется, поверьте, немногим. Уэйн Элкок этот шанс появился. Правда, для этого ему нужно сегодня победить самого Артура Абрахама, самого короля Артура. Причем на его территории, здесь, в швейцарском Базеле, наверняка большинство собравшейся публики поддерживают и переживают Артура, за Артура Абрахама. Третий раунд 12-раундового титульного поединка. Артур Абрахам против Уэйна Элкока. Артур, ну, в подтверждение моих слов, уже болельщики начинают скандировать имя чемпиона мира.
на его стороне симпатии собравшейся публики. В данном случае, конечно же, Уэйну Элкоку не позавидуешь. Да, вот глядя на то, как проводит бой Артур Абрахам, вот до сих пор перед глазами его поединок с Мирандой. Действительно, самый сложный бой, который довелось провести Артуру Абрахаму в бытности боксером-профессионалом. Напомню, что этот бой состоялся в сентябре прошлого года в Ветцларе. Тогда, напомню, Артур Абрахам победил согласным решением судей в 12-раундовом поединке по очкам. Но та победа, ох, как нелегко далась Артуру Абрахаму. Поплатился он сломанной челюстью, две титановые пластины в результате он носит до сих пор. Но не будем забывать, каким бойцом является Артур Абрахам. Ему все нипочем. Уже полностью восстановился после той травмы Артур Абрахам. Провел две успешные защиты титула против Себастьяна Демерса и Хорена Гевора. Вот сегодня соперником Артур Абрахам является Уэйн Элкок. Ох, как я хочу, чтобы Артур Абрахам поскорее перебрался в Соединенные Штаты Америки и провел там свой поединок, именно там, чтобы он боксировал. Вот тогда мы увидим по-настоящему Артура Абрахама во всей красе. Там у него в Соединенных Штатах Америки много достойных соперников. Здесь, в Европе, каждый раз промоутерам компании Sauerland Event с большим трудом удается отыскивать достойных, хотел сказать, спарринг-партнеров, но достойных соперников для защиты, очередной защиты титула чемпиона мира. Ну вот, нашли в данном случае Уэйна Элкока. Не бог весь что, но, тем не менее, сгодится и он. Итак, третий раунд уже подходит к концу. Судя по всему, Артур Абрахам пока решил взять небольшую передышку. Атакует он мало, во всяком случае реже, нежели официальный претендент с Британских островов. Такое преимущество Уэйна Элкока, конечно же, обманчиво. На самом деле, именно Артур Абрахам держит нити этого поединка в своих руках. Взрывается Уэйн Элкок и натыкается на серию ударов со стороны Артура Абрахама. Так звучит гонг, который возвестил об окончании уже третьего раунда. Публика аплодирует, публика довольна. Warum läufst du mal, springst 1000 Meter zurück, hau doch mal die rechte gegen. Oder piek die Führung dann, wenn so eine laufen kommt. Warum hast du nicht eine rechte gerade so? Ja, пока что неплохо действует Артур Абрахам, очень спокоен, он уверенно действует на ринге. А во втором раунде, напомню, Артур Абрахам уже отправил Уэйна Элкока в нокдаун. Jetzt musst du mal die rechte gerade zum Körper kommen. Ziehst ihn noch offen. Артур Абрахам впервые боксирует в Базеле, в Швейцарии. Все свои предыдущие поединки он проводил на территории Германии. Вот я смотрю на список его боев. Да, действительно, все 24 боя предыдущие он проводил в Германии. Сегодня также его первый выезд за пределы страны в Швейцарию. Тоже касается Уэйна Элкока, то он все свои поединки проводил в Великобритании. Сегодня он впервые покинул свою страну. Так что вот на нейтральной территории, можно сказать, встречаются Уэйн Элкок и Артур Абрахам. Ну и то с натяжкой, потому что здесь, в Базеле, большинство публики поддерживают, конечно же, Артура Абрахама. Четвертый раунд. Четвертый раунд. Артур Абрахам, Германия, против Уэйна Элкока, Великобритания. Пытается как-то обострить ситуацию Уэйн Элкок такими вот боковыми ударами на дистанции, но Артур Абрахам очень умело действует, подбирается поближе к своему сопернику. Перчатки он не опускает, но Артур Абрахам очень грамотно защищается. И во многом благодаря этому в основном все удары Уэйна Элкока, которые нацелены в голову, приходятся в перчатки. Нет, такими ударами Артура Абрахама не испугать. Сейчас пошел вперед Уэйн Элкок, наткнулся на встречный удар. И, судя по всему, какое-то повреждение получил Артур Абрахам. Неужели какая-то сечка?
сегодня, судя по всему, все в порядке. Мы уже видели с вами, уважаемые телезрители, как в предыдущем поединке Олег Платов мучился со своим левым глазом. В конце концов, в четвертом раунде бой против Дэнни Уильямса был прекращен, и судьи вынесли у Соломонова решение ничья без объявления победителя. Фактически никакого решения судьи в том бою по тому бою и не приняли. 1 минута остается до окончания четвертого раунда. Артур Абрахам пытается перейти к бою на ближней дистанции, но хорошо боксирует Уэйн Элкок именно на дистанции. Пока что неплохо действует Элкок на высокой скорости. Боксирует британец, двигается очень неплохо. Вот заставляет понервничать поклонников Артура Абрахама. Такой шустрый малый этот Уэйн Элкок. Он немного легче Артура Абрахама на 0.5 килограмма. Но я думаю, что это никакой роли существенной играть не может. Но, тем не менее, в четвертом раунде Элкок весьма неплох. Это надо признать. В откровенный обмен ударами Артур Абрахам не ввязывается. Последние секунды четвертого раунда. На отходе хорошо приложился правый боковой Артур Абрахам. Итак, раунд завершен. Смотрим на повторе самые яркие эпизоды четвертого раунда. Да, в основном-то все удары у Элкока приходится в перчатке. Целая бригада обслуживающего персонала окружила Артура Абрахама. Два тренера и врач, массажист, наверное, здесь. И Кэтман, человек, который отвечает за вот эти сечки, повреждения, чтобы они моментально устранялись. Так, все в порядке с Артуром Абрахамом. Он может смело продолжать поединок. Его лицо привели в порядок. Мне показывают почетных гостей, которые сидят по традиции в первом ряду у самого ринга. Так, 5-й раунд. Артур Абрахам против Уэйна Элкока. А не сказать, что это самый яркий поединок с участием Артура Абрахама. Это я по-прежнему напоминаю и намекаю на тот поединок, который он провел против Эдисона Миранды. Но, тем не менее, Артур Абрахам сегодня является фаворитом. В очередной раз защищая свой титул чемпиона мира по версии IBF. Это 12-раундовый поединок, который проходит в городе Базель, Швейцария, на ринге Сент-Якобс-Халле. Да, пока такое вот территориальное, я бы сказал, преимущество на стороне Уэйна Элкока, который, надо признать, более активен, более подвижен. Ну и чаще наносит удары. Другое дело, что в основном они приходятся в перчатки, но по корпусу-то Элкок пробивает. Постоянно пытается порвать дистанцию, разорвать ее Уэйн Элкок. Артур Абрахам внимателен. Вот левый боковой Абрахама достигает цели. Да, Абрахам бьет редко до метка, надо признать. Вот через руки пытался пробить Артур Абрахам. Получается неплохая двоечка в исполнении Артура Абрахама. На грани нокдауна находится Уэйн Элкок. И что мы сейчас видим? Вновь рефери открывает счет. Да, так оно и есть. В середине 5-го раунда Уэйн Элкок во второй раз оказывается в нокдауне. Но британец может продолжать поединок. Сейчас будет добивать своего соперника Артур Абрахам. Надо, как говорится, не отходя от кассы, все делать. Мощнейшая серия ударов. И, судя по всему, да, так оно и есть. Рефери останавливает поединок в концовке 5-го раунда. Артур Абрахам одержал свою очередную 25-ю победу и благополучно проводит очередную защиту титула чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Тут же на ринге появляется его брат, появляется Вилфрид Зауэрланд и вся команда промоутеров, тренеры, боксеры.
родственники, все поздравляют Артура Абрахама. Да, сегодня Артур Абрахам показал пример того, как надо боксировать спокойно, уверенно, без какой-то помпезности, но тем не менее он очень четко выполнил поставленную программу. Во втором раунде каким-то незаметным ударом справа он в первый раз отправил Уэйна Элкока в нокдаун. Ну а что творилось в пятом раунде? Почувствовал, что победа близка. Артур Абрахам обрушил на британца град ударов, и спастись у официального претендента на этот титул уже не было никаких шансов, не было никакой возможности. Второй нокдаун последовал в середине пятого раунда, потом третий, и бой был остановлен. Смотрим еще раз. Правый боковой в исполнении Артура Абрахама. Удар сумасшедшей силы ставит крест на всех надеждах Уэйна Элкока отобрать чемпионский титул у короля Артура. Нет, не получится, господин Элкок. Вот нам показывают уже концовку этого поединка. Ну, эти кадры в комментариях не нуждаются. Смотрим еще раз. Левый снизу апперкот ставит точку, жирную точку в этом бою. И нам показывают реакцию Вильфрида Зауэрланда и его подруги. Да, что творится с лицом Зауэрланда, страшно смотреть. Но, тем не менее, он рад, впрочем, как все и мы. Поздравляю всех поклонников Артура Абрахама. Ну, впрочем, здесь никакой сенсации и не произошло. Еще в начале поединка я предлагал делать ставки на то, как долго продержится сегодня Уэйн Элкок на ринге Сент-Якобс-Халла в бою против Артура Абрахама. Ну что ж, мы получили только что ответ на этот вопрос. Не более 5 раундов Уэйн Элкок больше не выдержал. А это значит, что Артур Абрахам успешно защитил свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Ну что ж, Артур Абрахам, пора собираться в Соединенные Штаты Америки. Джермен Тейлор, тот же Миранда, Келли Павлик с нетерпением ждут короля Артура у себя в Соединенных Штатах Америки, в новом свете. Я думаю, что пора Артуру Абрахаму уже смотреть в сторону США. Не надо засиживаться в Европе, чтобы не стать таким вот домашним чемпионом мира. Я вновь обращаюсь к главе компании Зауэрланд Event. Потому что здесь, в Европе, Артур Абрахам может защищать свой титул до бесконечности. Здесь, в Европе, ему нет равных в этой весовой категории. В весовой категории до 72 килограммов 600 граммов. Нам вновь показывают концовку пятого раунда, когда Артур Абрахам во второй раз отправил в нокдаун Уэйна Элкока, а вскоре и в третий раз Уэйн Элкок оказался в нокдауне. Так, техническим нокаутом Артур Абрахам одерживает свою уже 25-ю победу на профессиональном ринге. Aus New York stoppt den Kampf nach genau 1 Minute 58 Sekunden in Runde 5. Damit Sieger durch TKO, Winner by TKO and still IBF Middleweight Champion of the World, Weltmeister King Arthur. Итак, король Артур техническим нокаутом в пятом раунде побеждает британца Уэйна Элкока и успешно защищает свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Тут же появляются флаги Армении на трибунах Сент-Якобс-Халла в швейцарском Базеле. На плече у Артура Абрахама венок победителя на поясе. И пояс чемпионский также у Артура Абрахама. Фотография на память. Я же буду постепенно заканчивать свой репортаж, который был подготовлен каналом Viasat Sport. Большое спасибо, уважаемые любители бокса, что в столь поздний час вы оставались вместе с нами. Я думаю, что вы не пожалели о в том времени, которое провели вместе с нами. Еще раз поздравляю вас с красивыми боями. Поздравляем всех поклонников таланта Артура Абрахама. Для вас сегодня работал Владимир Иванов.